Вот этого не расшнуровывать и кнопки не нажимать. Лёва, туалет здесь есть? На флоте туалет называется гальюном. Сережа, потерпи, а? Чего это? Два дня только отсутствовал. Уже прибрали, а? Закрыто. Солидно. О, Райма. Лёва, мне в гальюн нужно. У меня воля кончается терпеть. Да погоди ты со своим сортиром. Не до тебя. Нет, наш не деревянный был. Железо. Ищи дальше. Здесь течение сильное. Его могло ниже снести. Там на баранке часы с металлическим браслетом. На штурвале. Часы с металлическим браслетом остались прицепленные. Посмотри там. Да что их там, мать мущая баркасов, что ли? Ты нас выбрать не можешь. Кузьмич, чего? Там какие-то типы бродят. Где? В сарайчику пошли. А у сарайчика я Райма видел. Да ты чего? У тебя галлюцинации! Откуда его здесь взяться? Хватит болтать! Принимай! Давай! Сей, стой! Мне позвонили мои друзья и попросили открыть этот сарай. Здравствуйте, меня попросили открыть сарай. О, засекли. Лёва, что там? Засада была. Да что случилось-то? Вяжут нас. Я и почти. Ага, попались. Не Лёва, пускайте. Тебе помочь? Ну скажи, что делать-то надо? Всё, последние успели. Теперь-то можно в туалет? А ну-ка, пусти. А, вот вы что удумали. Ничего, Витька еще голыми руками никто взять не смог. Может, добровольно сдадимся, а? Ну, скажем, гуляли, заблудились. Заткнись, балласт. Не из таких передряг выбирались. Не писай в рюмку. А вот это как раз очень хочется. Гейо! Сиротилка! Крепче бежи. Ты то и задала мерраса! Давай еще канат. Господи, неужели на такой сложной лодке нет простого туалета? Так. То есть гальюна? Так. С Богом! Поехали! Лейте водку в бак, иначе не уйдем! Водку сюда? Сюда! Да ты что, это же водка! Лёва! Подожди, она что у тебя? На водке работает! Она у меня работает на всем, что горит! Лейте! Лёва! Лучше без водки на воле, чем с водкой в тюрьме! Да лейте вы! Лёва! Чего, Лёва? Давай! Вот так! Пошла, родимая!
Какой такой деревянный ящик? У нас ящик был на баркасе? Был, был. Сзади стоял. Да, на корме стоял деревянный ящик. Семенов, тогда я его... Ладно. Понял, понял. Ну давай хотя бы тащи ящик этот. Принимаю. Давай. Тяжеленький. Так, любопытный погребец. Коньяк. 804 год. Год провозглашения Наполеона императором Франции. А до этого он был простым пожизненным консулом. А он хороший? Коньяк. Французский. Почти 200 лет. Никогда такого не пробовал. 200 лет. Это ж какая выдержка. Звездочек со всех погон на нашей базе не хватит. Да? Витек, 15-я коробка. Лей, хорошо, идем. Есть. Никогда так не шла. Хотел бы я в глаза взглянуть тому конструктору, который этот двигатель придумал. Не говори. Последнее, Кузьмич.